она как вы начинаете верить. А еще пару занятий по генерации, я чувствую, мы просто будем в процессе творческом экстазе со всеми. Что у нас есть сейчас? Сейчас очень важная часть, смотрите, авторы идеи сейчас должны подойти и получить свой флипчарт со своей идеей и, соответственно, чудесный скотч, которым они приклеивают свой флипчарт на место на стене, которое они облюбовали для себя. Очень важно, вот сейчас прямо очень важно, после того, как вы выполните эту операцию, товарищи, которые выступили с идеями, просьба посмотреть на то, что вы там увидите, как записано, и дописать, ну, согласно тому, что вы представляете, потому что мы, естественно, здесь как бы не совсем профессионал с точки зрения записывания и передачи ваших идей. Далее у нас начинается этап очень важное общение. Те, кто пришел, кто хочет найти проект, над которым работать, вы имеете полное право, и мы даже призываем вас к этому, переходить от одного плаката и флипчарта к другому и общаться с презентаторами идей. Чем больше и лучше вы поймете, что же от вас хотят, и потенциально вообще, чего эти люди хотят, тем выше вероятность, что вы проведете ближайшие 2 часа в интересной компании с замечательными людьми, занимаясь тем, что вам нравится делать. 2 дня только, не 2 часа, а то они сейчас подумают, что... Два дня, простите, да, я все упростила. 2 дня. Соответственно, ваша задача выбрать тех, кто вам наиболее симпатичен для этой деятельности на ближайшую перспективу. После того, как вы определитесь в вашем выборе, на это у нас с вами будет на самом деле 40 минут, это достаточно много, поэтому я говорю, не надо спешить, надо просто тщательно выбирать тех, кто вам нравится. Все авторы идей, просьба огромная, смотрите, авторы идей, вы подходите снова к Ольге, и вы, соответственно, Ольге диктуете точно формулировку вашей задачи, плюс вы диктуете полный состав вашей команды, то есть кто в вашей команде, и также оставляете все телефоны, контактные всех участников вашей команды. Это очень важно, и ваш в том числе, потому что далее мы как бы будем с этой информацией работать в течение ближайших 2 суток. Что я еще должна сказать, то что у нас тут свободное общение, в коридоре можно тоже общаться, кофе есть, если кто-то там хочет, или что-то, бар имеется за соответственно, конференц-залом. Но через 40 минут обязательно все авторы должны будут подойти сюда. Я сразу скажу, если вдруг кто-то должен будет уходить, что в ближайшие 2 дня мы проведем с вами здесь, в этом и соседнем помещении, собственно говоря. Здесь будет все установлено для того, чтобы вы могли программировать. А в соседнем помещении у нас будет проходить мастер-класс. Если вы видели программу, если вы ее не видели, то обратите внимание, что мы для вас подготовили естественную программу мастер-класса по различным блокчейн-системам, ну и, соответственно, по каким-то аспектам бизнес-девелопмента, которые следует и необходимо знать. Ваша задача за ближайшие 2 дня не просто запрограммировать что-то, но сделать презентацию вместе с прототипом того, что вы, ну, то, что, собственно говоря, вы будете программировать. Представлять результат вы будете в виде презентации с работающим прототипом. Вот это очень важно. Пожалуйста, помните об этом, что вы не просто показываете нам вот эта штуковина, и она вот так работает. Нет, вы нам показываете презентацию проекта, при этом желательно, чтобы там было прописано то, о чем вот сегодня Алексей пытался сконцентрировать, на чем внимание ваше. Для кого вообще это? Кто за это будет платить деньги? Соответственно, и это важный момент, который должен быть отражен в презентации. Шаблон презентации вы получите, соответственно, забить данные вы туда сможете, у вас на это время будет, но как бы вот это задача, которую вам надо сделать. Естественно, что нужны работающие прототипы. То есть история, что мы подготовили презентацию, но мы как бы, в общем, ничего не запрограммировали, она автоматически означает дисквалификацию участника. Но потому что устный рассказ вашей идеи в дополненной версии здесь не требуется. С целями все определились. Я надеюсь, что вы все запомнили, что вы готовы именно это нам представить. Сейчас каждый из авторов идей подходит к Ольге и получает скотч, и получает свой флипчарт. Просьба подходить так, как вы выступали. Желательно, чтобы у нас было. На любое место стоит, играешь?